Панечка, мы вас поздравляем, у вас сегодня замечательный праздник, день рождения. Вот, и вы знаете, когда вот такие какие-то вещи случаются, иногда хочется поговорить не просто так вот о том, что происходит, а о чем-то более личном. Вот расскажите, пожалуйста, из чего состоит жизнь гимнастки? Ведь обычным людям они не знают, как проходит ваш обычный день, с чего вы начинаете. Ну, день у нас начинается, обычно мы встаем часов 8, и полдевятого уже, завтраком идем в зал, полдевятого, 9 у нас начинается хореография до 10:30, и потом первая тренировка, перерыв и вторая тренировка. Вот. А во сколько заканчиваются занятия? К чемпионату мира мы готовились очень серьезно, мы тренировались практически весь день. Вот, заканчивали, иногда в 8 вечера, в 7, вторую тренировку. А сейчас немного напряжение спало, и сейчас, думаю, может быть, дни мы будем тренироваться и по одной тренировке. Да, на самом деле это так тяжело, целый день тренироваться. Не было ли вот такого желания сказать, да горяну все огнем, пошло нафиг, я так устала, хочу лежать, хочу спать? Я не знаю, мне вот говорят, некоторые там говорят, что они устают, у меня вот, бывает усталость, но я не знаю, это я получаю вот просто удовлетворение от тренировок, от соревнований, я не знаю, это жизнь, которую сейчас я не променяю ни на что, вообще ни на что, это вот такая жизнь, которую надо прожить вот до какого-то определенного периода, а потом начать жить другой жизнью. А есть ли какая-то фигура, на которую ты, скажем так, ориентируешься? Некий такой идеал, который ты ставишь себе в пример? Честно, нет. Я не знаю, я сама живу, своими мыслями добиваюсь, чего хочу. Не всегда, может, получается то, что хочется, но, в принципе, слава богу, все получается. Что едят гимнастки? Ведь все-таки вы обязаны следить за своим весом. Да, есть гимнастки, которым повезло от рождения. Они худые, они могут есть все, что угодно, и вообще не поправляться. Но мне, конечно, не так повезло. Я, слежу за собой, знаю, что... я, в принципе, себя не то, что ограничу, шоколад не ем, сладко не ем. Я ем все, но в меру, если мне надо, похудеть, я завтракаю, и потом, может быть, что-то съем в середине дня, и, после вечера вообще ничего не ем. Не ужинаю, стараюсь, не пить на ночь, ничего. Вот, и так вот несколько дней, и нормально потом так стабилизируется, и все. А как возникло желание пойти в гимнастику? Ведь это, на самом деле, кажущаяся красота, легкость, это такой адский труд, и большинство людей не подозревает, насколько вся твоя жизнь подчинена этому. Ты просто обязан жить этим. У меня вообще отдали родители изначально в балет в 5 лет. Но хореограф сказал, что я не подхожу для балета, потому что я очень быстро двигаюсь и не смогу медленно так плавно делать. И он посоветовал маме отвезти меня в художественную гимнастику. Меня отдали в художественную гимнастику, он вообще ни на что не надеется, просто пусть ребенок будет в пределе, будет красивая фигура, все. Но потом как-то так пошло, хотя у меня данных вообще от природы только спина, а все остальное я наработала сама, потому что уже это уже так самой хотелось, лучше и все. И я влюбилась в этот вид спорта и уже не могу, не представляю свою жизнь, если что-то другое. Ты упомянула данные, которые нужны. А какие действительно нужны данные? Стопа должна быть красивой, вытянуты ноги вот у кого-то бывает это природное, а кому-то приходится нарабатывать самой. Не знаю, наверное, такой немножко некорректный вопрос, день рождения, но век гимнастики, он, в принципе, недолг. Во сколько гимнастки заканчивают свои выступления? Обычно, каждая гимнастка сама считает, когда ей нужно уходить. Кто-то может дольше, кто-то, травма или еще что-то, уходит рано. Средний где-то 23-24 года, 25 единицы буквально. Их можно по пальцам пересчитать. Конечно, великая гимнастка Альмудена, она до 28 лет тренировалась, ее подвиг, мне кажется, никто пока не повторит на сегодняшний день. Этот год оказался настолько удачным для Азербайджана. Как сказали, это действительно впервые, когда команда заработала такое количество наград. Я не ошибаюсь? Да, это действительно впервые. И Алия, она, можно сказать, поставила личный рекорд и свой, и Азербайджана. Такого еще не было. А по вашим результатам выступления на этом чемпионате, это как, хорошо или так, средненько? Ваши оценки прошедшего. Нет, я выступила достойно, но, как говорится, нет предела совершенства, будем работать дальше.